Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни – первичная медико-санитарная помощь. Об этом говорили на заседании антинаркотической комиссии. Заместитель председателя правительства Рамазан Джафаров отметил, что следует улучшить материальную базу наркологической службы республики и совершенствовать ее работу. На сегодня в Дагестане зарегистрировано больше 3000 наркоманов. Особое внимание следует уделить вопросам предупреждения правонарушений, связанных с незаконным оборотом запрещенного вещества, и задействовать педагогов в проведении профилактической беседы среди школьников и студентов. Также серьезная работа будет проводиться по пресечению каналов поставки наркотиков из разных регионов России, в том числе с помощью Почты России и служб курьерской доставки. В целях координации работы по профилактике употребления психотропных активных веществ, по организации борьбы с преступностью, терроризмом, экстремизмом, идеологическим воспитанием детей и молодежи, проведены зональные семинары-совещания по территориальным округам республики с привлечением главных врачей республиканских и городских и районных лечебных учреждений, а также начальников всех заинтересованных министерств и ведомств.